Помогают медработникам в непростой период. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Рожков и исполнительный секретарь Олег Трусов передали врачам Собинской районной больницы 50 комплектов средств индивидуальной защиты, 400 масок, а также чай, кофе и продукты. Такую помощь врачам оказывают с самого начала пандемии. Еще весной представители партии передали в это медучреждение 2 вакуумных респиратора и защитные экраны в реанимационное отделение. На сегодняшний день очень актуальна, да, помощь в средствах индивидуальной защиты, поскольку мы открыли с понедельника отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией на базе Ставровского подразделения, да, Ставровской нашей больницы. Очень приятно, что на сегодняшний день и партия «Единая Россия» обращают большое внимание на нашу медицину, да, помогают и не забывают людей, которые оказались в такое тяжелое время, ну, скажем так, один на один, лицом к лицу, да, с этой тяжелой коронавирусной инфекцией. Необходимую помощь партия оказывает всем медучреждениям Владимирской области. В больнице передают средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы. Не первый раз мы оказываем помощь нашим врачам. Вы знаете, они у нас сейчас находятся на передовой, на острие, выполняют тяжелейшую миссию свою и делают это от души, делают это самозабвенно, прикладывая все свои силы и внутренние, и внешние. Большие молодцы. Конечно, в рамках этого мы оказываем помощь. Недавно помощь поступила и в Везняковские ФАПы. Фельдшерско-акушерские пункты получили медицинские перчатки, защитные маски и противочумные халаты. С рабочим визитом там побывал секретарь Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» и спикер областного законодательного собрания Владимир Киселев. Кроме того, благодаря участию местного отделения партии в Собинке построят современную поликлинику. Она появится в рамках проекта модернизации первичной медико-санитарной помощи. Мы работаем в тесном взаимодействии, наше местное отделение партийное, с главой администрации РАС Александром Силовичем, с главным врачом Собинской центральной больницы Светланой Анатольевной. И вот наши совместные усилия, совместная работа, конечно, и приводит к таким хорошим результатам. Работа начнутся в 2021 году. Поликлиника сможет обслуживать 650 пациентов. В медучреждении будут компьютерный томограф, рентген и другое оборудование. Строить поликлинику планируют в центре города, чтобы жителям было удобно до нее добираться. Строительство больницы, ну, поликлиники будем считать, но в рамках ее еще будет и дневной стационар, это в городе Лакинске. То есть у нас уже там земельный участок есть, предпроектное у нас решение есть. То есть с января месяца это на, значит, проектирование и начало строительства к концу года, соответственно. Также у нас на следующий год в планах это ремонт ФАПов капитальных, которые были когда-то построены, да, уже давно. Это у нас село Осерхово, село Ворша, Березники и Кишлеево. И как бы в планах, конечно, и стоим мы в планах, это капитальный ремонт нашего вот именно стационара. Дмитрий Рожков пояснил, что поликлиника будет построена на средства федерального бюджета. Стоимость строительства более 600 миллионов рублей. Медучреждения оснастят самым современным оборудованием. Для медицины Собинки это большой прорыв. Маргарита Махрова, 6 канал.